Поринте у літо 4G без ліміту. Качайте аж до кінця липня. Все по названию. Это будет мой влог. Влог с Нави из Спорткэмп. Я сниму все изнутри, как мы живем, что мы делаем между лекциями, между играми, что мы кушаем и все такое. Как будто вы с нами и прочувствовали всю атмосферу. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас у нас 7:30 утра. Нет, 7:15. Через 15 минут йога, поэтому надо брать коврик, полотенце и идти уже во двор. Но увидимся, скорее всего, после йоги. Давайте. Я, блин, пришел смотреть рецепты от Поки, а тут какие-то Нави. Ладно, на самом деле, у меня еще есть один вопрос. Может, какой-то рецепт подкинешь еще крутой? Лазанья, наверное. О, лазанья, это, наверное, вкусно, да, очень? Ну, прям сейчас можешь? Я могу рассказать рецепт, но сейчас приготовить, к сожалению, не могу. В следующем году, наверное. О, да, готовка будет в следующем влоге, но рецепт сейчас. Да, могу сейчас порецепт рецепт. Так, ну все, я, в принципе, переоделся. Теперь у нас завтрак по расписанию. 9 часов утра. Йога идет у нас полтора часа. Мы тут завтракаем. Что, парни, вкусно сегодня? Да. А что у нас сегодня, каша? Это была кашка со смородиной. Так, мы берем любую штучку и подписываем ручкой, правильно я понимаю? А-р-ти. Правильно, Ру? Тебе понравился завтрак? Да, у меня очень. Ладно, Питер, скажи мне, как ты вообще сегодня на йоге после кроссфита? Лучше всех. Нормально, тебе понравилось? Мне было супер тяжело. Правда говорить или? Не, правда, это лайф-контент. Тяжко было, да? Просто непривычно. Ну, нормально. Пол, разверни, пожалуйста, пакетик, не могу одну ручку. Хорошо, брат. Так, не, развяжи просто. Че ты улыбаешься? Ведите, как всегда. Очень вкусно. Вкусно? Да. Это что у нас? Это у нас желешка. Да. Вот кашка. Вот кашка. Но я буду кашку, наверное, это я сложу обратно. Желешку тоже. Желешку я не ем. Заберу. Можешь, если хочешь. Ты будешь ставить кашу? А я вытащил на него? Конечно. Ну что, расскажите про йогу. Как вам йога после кроссфита? Сложно было? Нет. Вася, для меня это была самая тяжелая йога. Да. Вот как бы можно посмотреть. А мне уже нельзя. Там человек просто вот так вот воду набирает. Что, тяжко? Вот тебе и комментарий по поводу йоги. Сколько ты спал? 6 часов? 5? 4, 3. Ты спал? Ты спал! Ладно, спасибо большое за компанию на завтрак. Так, Андрей, во сколько у нас сегодня лекция? Нужна информация точно. 10? Через полчаса, да. Все. Лекция у нас 10, будет опять психология. После лекции, наверное, уже встретимся в обед, в тихий час. Ребята, на самом деле все для этого очень просто. Нам нужно приготовить соус бешамель и сама начинка для лазаньи. То есть чем заключается соус бешамель? Нам надо добавить молоко, масло сливочное, перец, мука, мускатный орех. Но мне немножко не спится, поэтому решил записать вам контент, так сказать. Сейчас пойдем наверх, скорее всего, на третий этаж, посмотрим, кто тренируется, как они тренируются, поспрашиваю у них что-нибудь. Вот, Копачо тренируется. О, насчет Копачо вы хотели узнать, как он тренируется, что у него, как у него конфиг. Так, Апачо, первый вопрос, самый главный. Где найти твой конфиг? Мой конфиг и мои все настройки у меня на Твиче. Так, и что делать здесь? В чате есть команды. Пишите восклицательный знак. Ага. КФГ. Опа, и все, и показывает. Автоэкзот. А, ну все, и тут можно... И выдается, да, можно встречать по ссылочке. То есть Апачо, да? Дали галочку, кстати, недавно. И как, ты рад? Вообще много стримишь? Стримлю не очень много, но регулярно. Но стараешься, ну все. Стараюсь, конечно. У нас сейчас уже время КС-а будет, вот, но перед Counter-Strike мы всегда разминаем руки, кисти, пальцы, все такое, чтобы они не болели. Короче, игру мы выиграли, 16-13 против Господарова, его команды. Вот, Жень, твои впечатления, как вообще ощущение? Ну, вначале мы проигрывали, потом все пошло, как мы хотели, ты... Ну да, потому что я собрался. Вот, я пробовал колет. Это сложно, на самом деле, мне еще. А, вот, сейчас пойдем поспрашиваем господара что-нибудь. Может, спросим, как он колет.
и стрим пару светиков. Че, сильно занят, не отвлекаю? Просто хочу поспрашивать. Мы с тобой сегодня просто про тебя играли. Интересно, вообще как тебе игра понравилась? Не? Она не по плану пошла, не по плану. Ну все, просто я выиграл, как бы. А ты что слушаешь? Lucky Mino слушаю сейчас. Это какой-то русский исполнитель? Я просто. Да, это русский исполнитель, очень классный чел. А мне говорили то, что ты иногда смотришь YouTube. Я только с Нави сейчас связанное смотрю, типа. Ага. Ну. Ага. То есть ты такой фанат Нави. Да, типа, больше ничего особо не смотрю. Я понял. Ну это круто. Ну все, спасибо, что уделил время, тогда пошел дальше. Буду мучить своих ребят. Давай. Удачи на тренировке. А, собственно, ребят, что нам нужно для самой начинки? Все очень просто. Нам нужна одна луковица, нам нужно 2 зубчика чеснока, 9 куриных ножек. А дальше нам нужны приправы итальянские, нам нужно вино сухое белое, 150 мл. Если там найдете разливное какое-то, то возьмите 150 мл хорошего вина. А нам нужно лисички, 200 грамм. А, но если лисичек не будет, они сами по себе дорогие, не сезон, но как бы можете купить шампиньоны, они тоже подойдут. И, собственно, сами нужны листы для лазаньи. Они покупаются в огромных таких упаковках. Такие листы, прям, ну, как стол. Такие. А, и сыр. Сыр пармезан. Покупайте сразу не огромные пачки, а вот 200 грамм хватит. Так что, ну, наверное, все. Ну, в принципе, все. Наверное, вам стоит записать это все, потому что текста много. Вот. Но я думаю, они справятся. Да, ты приготовил что-то, да? Да, конечно. В следующем влоге все будет. О, все, супер. Тогда давайте ждем парня следующего влога и оценим по 10-бальной шкале. Каждый вечер мы выходим в магазин, покупаем себе что-нибудь прикольное. Сколько? Зачем ты ходишь в магазин? Водички, фруктов. А, ну все, красавчик. Окей, тогда давай так. Если это модный одет очень, да? Такой прям, на стиле. Давай так, поиграем в игру. Сколько стоит твой шмот? Дорого. Кофта. 25 тысяч долларов. Шорты дешевле, чуть 17. Ага, по деньги. Это просто 17 или понял? 7 тысяч. Рублей? Да, рублей. Вот, ну, что ты в Нави, правильно? Ну, получается, да. Зарплата позволяет. Лучше, брат. Ребят, у нас после семьи обычно идет свободное время, поэтому я решил снять небольшой для вас, так сказать, контент. Сделаю шоу. Там будут 3 участника. Фир, Вайсмит и Бит. Они будут отвечать на школьные футбольные вопросы. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, выйдет прикольно. Вася, наверное, это пиво стоит. Кто написал «Отцы и дети»? Произведение. Я понял, но не я... знаю, да? Нет. Окей. В честь чего погиб Александр Сергеевич Пушкин? Пристрелили его. Выпендривался. Первый день. Официальный язык в Бразилии. Шо? Язык. Язык. На каком языке они разговаривают? На португальском. Лучше. Какая страна чаще всего выиграла чемпионат мира и сколько раз? Давай, на рандом. Есть 2 варианта. Так. Давай оба засчитаем. Оба? Франция? Нет. Где живет Роналдо? Бразилия? Красава! Лучше. Спасибо большое, что пошел поучаствовать. Ты, а я не знаю, сколько ответил, там будет счетчик. Автомобиль! Всем привет! Всем привет, это Вася. Первый вопрос. Кто написал «Отцы и дети»? Как считаешь? Базаров? Базаров. Нет! Базаров, это главный герой! Нормально, забудем. Не урони! We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Из-за чего погиб Александр Сергеевич Пушкин? Дуэль. А с кем? Данте. Лучше. Данте. По какому параметру футболиста по итогам соревнования называют лучшим лучшим бомбардиром? Головы. Красавчик. Если игрок за матч забил три мяча, то он оформил? Хэт-трик. Красавчик. Какая страна чаще всего и сколько раз выиграла чемпионат мира? Хэт-трик. Сколько раз, не знаешь? Давай, примерно. 6. Почти 5 раз. Все, спасибо большое за участие. Это был Вайсин. Всем пока. Так, поехали с ним эфирчик. Первый вопрос. Кто написал «Отцы и дети»? Не знаю. Следующий вопрос. Назовите столицу Румынии. Бухарест. Лучше. Ты единственный, кто ответил, кстати. Переведи на английский фразу «быть» или «не быть». Бля, ну что это вырезано, блин? Не знаю! Ты же шарик в английском, ты же по «Отце» играл. Окей, давай следующий. По какому параметру футболисты по итогам соревнований называют лучшим очень сложно выговорить слово. Бомбардиром. Тот, кто забил больше всего голов. Красавчик. Какая страна чаще всего и сколько раз выиграла чемпионат мира? Бразилия. Сколько раз, не знаешь? Примерно хотят. Вайсмит почти попал. Ему не хватило 5. Одного. 5? Да. Красавчик.
Спасибо. Да. Ну вот, в принципе, и все. Я постарался показать вам наш тренировочный день. Я надеюсь, что вы проникнулись этой атмосферой, получили какие-то крутые эмоции. Я не знаю, как это получилось. Для меня это было в первый раз. Это было немножко сложно. Я ожидал, что будет легче. Но сложно, значит, интересно. Спасибо всем за просмотр. Я жду конструктивной критики, на самом деле. Это для меня был бы крутой фидбэк от вас. Вот. Ну и там лайки. Ну, вы все это знаете. Все, спасибо всем.